Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и сегодня у нас взгляд на игру, которая называется Sobreviver 2. Ну и, в общем-то говоря, как вы уже, возможно, поняли, то, что это аналог Outlast. Ну, я на самом деле не играл еще почти вот во вторую часть, то есть я тут как бы тестировал, проверял оптимизацию, то есть, ну, мне, в принципе, на первый взгляд показалось довольно-таки прикольно, и почему не первая часть, потому что она... Ну, сначала я в ней видел какой-то потенциал, но потом она мне перестала просто нравиться, когда, не знаю, прошел около серии... Прошел половину игры, короче, и, не знаю, дальше как-то пропало желание проходить, потому что, ну, такое, короче. И поэтому я еще тем более и отказался ее снимать. Да и тем более вы в комментариях писали, чтобы я прошел именно вторую часть. Ну, как бы не прошел, а поиграл в нее, то есть. Ну и вот, в общем-то говоря... Все время я на самом деле забывал это дело все записать, посмотреть. Ну и, конечно же, давайте начинать. Так, выбираем английский, который уже как раз-таки выбран. И начинаем. Сейчас у нас будет такая довольно-таки интригующая заставка. Где нас, конечно же, будут тащить. Какую-то из палат, типа. Не, ну я, в принципе, знаю сюжет Outlast и всех их протагонистов и антагонистов, поэтому я немного понимаю, как бы, всю суть, которая здесь. Так. Ну чё, вставай, чувак. Так, хорошо. Так, уже как будто... Потолок как будто обваливается уже. Так. Оу. О, здорово. А, я понял, это как в Outlast, он же нас, типа, отнес сюда. И что-то, короче, нам пробубнил. А его вроде как отец Мартин зовут, если не ошибаюсь. Так. Ну, мы, короче, вышли отсюда. Не, ну здесь как бы не особо так и похоже, потому что вроде как тут был какой-то... Какой-то второй этаж, по-моему. А тут все как-то не так. Так, берем батарейку. Погоди. А, блин, я понял, короче, в игре нету камеры. Ни хрена себе. То есть, типа... Ну, знаете... Outlast без камеры не Outlast, серьезно. Так, что у нас здесь? Да, господи, не знаю. Это заброшенное здание вот-вот сейчас обвалится на меня. И все. Так, ну хорошо. Какая-то инвалидная коляска. Так, ну ладно, проходим сюда. Ой... Господи, слушай, а чего ты испугался-то, я не понял. В раковине говно или чё? Ну тут ладно, понятное дело, кровь. Как будто ты до этого всего не видел. Или у него, не знаю, какая-то фобия, смотря на хирургическое оборудование, во. Так, ну хорошо. Давайте отодвинем здесь, я это помню, потому что я... Как бы это все дело тестировал, проверял. Да и тем более еще в эту игру я давно играл. То есть, как бы я эту игру не проходил, а просто смотрел. И потом решил, что буду ее записывать. Потому что игра заинтересовала, но почему-то вылетела из головы, серьезно. Так, короче. Там что, трупы, что ли? Фу ты, блин, это же этот. Это потрёпанная стена, господи. Трупы, блин, ага, конечно. Так, давайте перезарядимся. Ой, я забываю про эти кнопки. Кстати, управление напоминает игры от разработчика Poison Games. То есть, если никто, кто-то не понимает, то этот разработчик делал игры как Сундрина Маздай, там Let's Kill Jeff the Killer, ну... В основном такие игры, где была стрельба
в таких вот монстров, о которых я говорил до этого. Вот, ну, точнее, о Сандрине и Джеффе. Не, ну Джефф, конечно, не монстр, но... А все же стрельба с ним была. Так, хорошо, погнали сюда. А, закрой. Понятно. Воу! Подождите. Походу, мне сейчас хана. Открывай дверь, открывай! Походу, нам вообще капец. Чувак, не надо. Черт. Это мне, знаете, напоминает уже кейс Animatronics. Я также от аниматроников бегал. Чувак. Да блин, как ты меня заметил? В Outlast'е такого не было. Это уже нечестно. Закрывай. Что ты делаешь? О, господи. А, перезаряди, ну конечно. Тебя здесь нет? Братан. Не, ну если он отсюда вышел, то, скорее всего, мне сюда и надо. Так, закрывай нахрен. Я помню, в Outlast'е нужно было просто обязательно за собой закрывать двери. Извините, а куда мне идти-то? Где что закрыть? Объясните-ка мне, пожалуйста. Ну, тут как бы есть аптечка, поэтому... Хороший повод, чтобы спуститься сюда. Может... Так, прыгать можно. Ладно. А, хорошо, сюда нельзя. Ну, лады, в принципе. Слушайте, а может, где-то вентиляция есть, которую я не заметил? Потому что в Outlast'е же тоже такое было. А ну. А мы сюда-то пройти можем? Отодвинуть, например, инвалидную коляску? Чего-чего ты там? Пробубнилась. Ну и как вот мне с ним бороться, извините меня. Я не помню его имени на самом деле-то. Хотя здесь не нужно знать его имя, чтобы его победить, блин. Ну, точнее, избежать от него. Я просто не понимаю, куда мне идти. Твою мать. Воу! Воу, стой. Да беги, господи! Закрой. Блин, возможно, я туплю и что-то не замечаю. Ой, да выключи этот фонарь, он нам не нужен вообще пока. Закрой. блин, не помню, что там надо было делать, если честно. Нужно было ключ, что ли, найти, или что? Фак. Присядь. Чё ты сказал? Чё он только что пробубнил, ребят? Блин, чё здесь делать? А где он находится-то? Я что-то упускаю, я что-то не замечаю, да? Я, возможно, тупой, что я его не замечаю. А ну-ка, мне интересно, он здесь может меня увидеть там, например? Ну да. Тихо, 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 ты чё, ты чё, ты чё, ты чё? Тихо, тихо. Ты чё творишь, блин?
Ребят, куда мне надо? Ну, типа, здесь дверь не открывается. Это чё, рели такая прям демоверсия, что ли? Типа, дошел до сюда и все, до свидания, игра? Ни хера не понимаю. Этот черт уже за мной бежит. Надо же. Ой, ну хватит тебе, а. Господи, вот же он. А как я его заметить-то должен был? Твою же мать. Еще этот меня черт ударит. Ну да, ну да. Валим. Ну вот чертюга. Фак. Ну чё там уставился? Тут ничего нет. Ты тупой. Да, ты тупой. Не, ну на самом деле реально какой-то глуповатый. От него немного большего ожидал. Да ты чё меня через эту херню бьёшь? Это нечестно. Подожди. Мне сейчас отмудохает просто. Извините. Но как ты меня здесь достанешь, слушай? Слушай, а реально? И вправду, действительно. Как же ты меня здесь достанешь? Заколебал. Вот дерьмо, короче. Ладно, давайте сейчас по-быстрому попробуем. Попробуем сейчас, конечно же. Ну, конечно. Господи. Как же, блин, без этого? Как же не помучиться здесь? Ой, ну все, хорош, одышку свою. При себе оставь там, не знаю, господи. Я понял, в принципе, как это все проходить. Но я почему-то эту фигню, я ее просто не заметил. Ну все, давай, отец Мартин, уходи. Блин. Я тебе даже в глаза посвечу, чтобы ты, не знаю, ослеп и ушел. Да уходи уже, я тебе сейчас. Че ты уставился-то? Ну наконец-то. Так, благодарю. Все же я буду юзать, так скажем, фонарик. Не, ну с ним, конечно, чутка неудобно, но ладно. Ну хорошо, давайте отодвинем вот эту хрень. Офигенная физика. Ничего лучше. Не увидишь прям. Так, хорошо. Давайте пробежимся немного. Ты выходишь отсюда, верно? Так, теперь я через тебя бегу. Да. Все правильно. И вот оно. Я же правильно понял? Надеюсь, что да. Но проблема еще в том, то, что это мне... Штука, она мешается. Тьфу ты, блин, какая нафиг штука? Это шкаф. Это мебель, господи. Воу! Эй! Подожди, 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 подожди. Тихо, тихо, тихо. Вот это мне прям необходимо сейчас.
Да поднимайся, Господи, ради Бога. Стоп, что? Еще где-то? Это точно не баг? Это мне прям надо? Еще что-то? Или игра долбанулась совсем? Ой, что происходит? Игра баганая, короче. Да хорош, господи. Дай отдохну. Ну, господи, чувак, отвали. Я, походу, еще что-то не сделал. Твою мать. Он меня просто отмудохал, охеренно. Ну, просто зашибись, короче. А ведь самое забавное, что тут еще сохранение не дали, когда я что-то активировал, например. Ну ладно, давайте еще немного побегаем, посмотрим. Может, тут еще где-то эта фигня есть, похожая. Да, блин, опять ты, отец Мартин. Я тебе опять буду светить глаза вот так вот. Уходи. О, это работает, походу. Как-то больно быстро ушел. Ну ладно. Последняя попытка. И на этом заканчиваем. Погодите. Смотрим внимательно. Что я мог упустить? Эта дверь не открывается абсолютно. Вначале. А, вначале что? Тут просто комната. И ничего особенного больше. Ну хорошо. Сюда пройти нельзя. Юзаем фонарик. Слушай, а заранее это можно проделать? Блин, тут еще и пройти нельзя нормально. Ну, короче. Понятно. Я понял намек. Погоди. Это не то, о чем я думаю. Ну хорошо, давайте попробуем. Так, смотрим все внимательно. Твою же мать. Походу, мне еще и сюда нужно было идти. Ну хорошо, давайте. Как спидранеры. Побежали сюда. Оу, я понял, я понял. Чувак. Все, ты от меня должен отстать, по идее, да? Так, верно. Тебя там нет? Тогда я это делаю. Так, растерялся чутка. Так. Там какая-то панель вроде была, или что это? А, она тут вообще что-то никак не причастна, что ли? Да ладно. То есть я должен тут был только это все дело проделать? Да господи, чё вам? Может, тут еще где-то активировать что-то надо? Я не помню. Ну хорошо. Давайте хилиться. Ладно, пока все нормально. Так, у меня есть идея. Ну как бы пофиг пока. Вот! Вот, блин, наконец-то! Их было два, а не один, блин. Вот пипец, короче. Сейчас все прогружается локация. А, знаете, давайте лучше пока на этом закончим. Я не знаю, буду ли я продолжать эту игру, потому что это какая-то дичь уже полная началась. Сразу же. Не, ну в принципе довольно-таки неплохо. То есть мне довольно-таки понравилось. Довольно-таки вообще. Вот теперь так часто говорю это слово прям.
Ну ладно, не будем подниматься, потому что, возможно, я продолжу, скорее всего. Ну, хотя, вряд ли. Но это уже все от вас зависит, мне как бы игра зашла. Ну а зашла ли она вам, то пишите в комментариях по этому поводу. В общем, ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока.